Кто-то фотогеничный, кто-то нет. Я вот не фотогеничный. В детстве он плохо получался на фотографиях, а когда вырос, то тоже. Это я. На пляже с моей девушкой. Она фотогеничная. Да, иногда бывает неловко. Показываешь кому-то фотографию Пато и объясняешь, что в жизни он выглядит лучше. Ну, ведь вы его видели. Он красивый. Но не на фотографиях. Левая сторона не очень выигрышная. И правая. И вообще, все лицо невыигрышное. Совсем на меня не похож. Когда девушки просят меня в интернете фотку, я всегда высылаю фотку с Пато, потому что выигрываю на контрасте. Когда снимаете, такого нет? Нормально выгляжу. Это только на фотках. Поехали в отпуск, а нас не выпустили из страны. Я не знаю Диснея. Нет, не смешно. Вот одна из любимых. Тут я ничего. Это даже лучше. Вон он я. Видите? Я не показываю свои фотографии. Плохо на них выгляжу. Не поделиться памятными моментами. Хоть бы раз кто-то красиво меня сфотографировал. Я бы всем показывал, загрузил в профиль. Ведь все, кроме меня, общаются в интернете. Заходите на patelinda.com. Из профессиональной фотографии вам сделают отличное фото для профиля. Fibertel. Вся сила интернета.